Всем привет, я Влад, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре PCP-винтовка Альфа Доберман карабин в калибре 6,35 мм и длиной ствола 400 мм. Вот такая вот красотка. Да, давайте начнем с комплекта. По традиции в комплекте идет, конечно же, паспорт, где описано все, что вообще может, в принципе, как-то касаться данной винтовки. Помимо этого, набор уплотнителей, ключ для снятия манометра и два заправочных штуцера. Мелочи, так скажем, а приятно. Что ж, давайте теперь расскажу вам и про приклад, который также здесь, конечно же, комплектный. Вы можете менять его под себя, как вам этого захочется. Но вот, увы, подсчетчик, он никак не регулируется. Да, тыльник здесь рельефный, поэтому явно улучшит сцепление с поверхностью плеча. Что ж, давайте посмотрим на нее поближе. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Это модель российского производства от компании «Доберман», которая относится к типу PCP-пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на передней части изделия установлен манометр. Вместе с винтовкой поставляется 7-зарядный барабанный магазин. Стреляет же винтовка воланчиковыми пулями калибром 6,35 мм. Для произведения выстрела винтовку, конечно же, нужно взвести. Для этого потребуется воспользоваться затвором, который расположен на правой стороне корпуса. Оп. Делается это максимально легко и максимально плавно, как вы успели заметить. После этого, да, винтовка может стрелять. Делать так нужно будет постоянно, по той причине, что стреляет винтовка исключительно в одиночном режиме. Предохранитель находится рядом со спусковым крючком и защитит вас от случайного выстрела. Модератор у винтовки встроенный и снижает громкость того самого выстрела. Для прицельной стрельбы у винтовки предусмотрена планка Viver 22 мм, куда вы с легкостью сможете установить дополнительное оптическое оборудование, как, например, сделал это я. Но все верно, увы, да, оптика в комплекте не идет. И вот ее нужно будет докупать отдельно. Но это не проблема, потому что у нас в магазине большой выбор оптики. Заходите. Длина изделия без приклада 650 мм, из которых 400 мм это длина ствола. Калибр 6,35 мм, объем ресивера 310 кубических сантиметров, вес винтовки 2 кг и 600 грамм. После возвращения винтовки к заводским настройкам заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 290 метров в секунду. Ну, на территорию России винтовки, конечно же, поставляются ослабленными с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для покупки данной винтовки вам не нужны никакие абсолютно дополнительные документы. Просто приходите и покупайте. Но, да, вам, конечно, должно быть обязательно 18 лет. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу, и, друзья, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и пишите в комментариях, как вам винтовка, или же задавайте вопросы. Я же вынужден с вами попрощаться. Всем спасибо, пока и до новых обзоров.